на час. Внимание, розыск. Следственный комитет обратился сегодня за помощью к жителям области, но больше это касается Ишима. Ищут мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летней девочки. На основании показаний составлен фоторобот преступника на вид 30 лет, славянской внешности, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в темную куртку с капюшоном, черные брюки, черные туфли. Само нападение произошло вечером 8 января. Насильник затащил ребенка в заброшенный дом на улице Чехова. В Ишиме сейчас работает следственная группа. На место выехали и оперативники угрозыска из Тюмени. Дело находится на контроле начальника областного ОМВД. Местных водителей просят внимательно просмотреть записи с видеорегистраторов за период с 5:30 до 9 вечера 8 января. Сотрудники полиции опрашивают возможных очевидцев, свидетелей данного преступления, работают в круглосуточном режиме. Если есть граждане, которые обладают необходимой, интересующей информацией, просьба обращаться по телефону 02, либо по телефону доверия ОМВД России по Тюменской области. Надеюсь, найдут. Нельзя все-таки таким оставаться безнаказанными.